Уважаемые господа, мы с вами подошли к третьему... Третий бой уже в той же весовой категории. Весовая категория 61,2 килограмма. Приглашается в синий угол октагона Турсунбаев Али. Приглашается его оппонент Камалов Эмир. Итак, друзья, третий бой сегодняшнего вечера, весовая категория 61,2 килограмма. В синем углу октагона находится воспитанник бойцовского клуба «Бостон», участник чемпионата Кыргызстана по грэпплингу 2012. Встречайте, Турсунбаев Али! Его сегодняшний оппонент, кандидат мастера спорта по боевому самбо, серебряный призер чемпионата Москвы по боевому самбо 2016, бойцовский клуб «Ах Барс» Камалов Эмир. Легли в октагоне Иван Завтане. Борцов Цанда, уважаем друг друга, слушаем мои команды. Напоминаю вам, запрещаются любые удары в затылок, позвоночник и пах. Запрещается любые удары ногтем в голову, колени в голову, только в стойке. Сетку и тренировку не хватает. Пожали руки по углам. Готов? Готов? Бой! Стой!
Итак, друзья, во втором раунде, на 4-й минуте 1-й секунде, техническим нокаутом победил Юшин Баев Алим!